Привет всем подписчикам Intelbet, добро пожаловать в Париж. Но, как видите, здесь не только профессиональные футболисты играют в футбол, мы, свои телевизионные братья, тоже вот вышли погонять. Сейчас запишу для вас прогноз и отправлюсь тоже играть в футбол. Погода, как видите, правда, не очень футбольная, как говорят у нас в стране. Ну так вот, давайте порассуждаем не о нашем футболе, давайте поговорим о матче сборных Португалии и Уэльса. И я здесь продолжаю стоять на своем. Продолжаю стоять на то, что Уэльс не является аутсайдером в этом матче. То же самое я говорил перед игрой с Бельгией, то же самое говорю сейчас. Абсолютно невеликая сборная Португалии, по моему разумению, да, понятно, с великим футболистом, но тем не менее сама команда, именно как команда, на мой взгляд, не представляет по-настоящему грозной силы, хотя, безусловно, является очень крепким коллективом, который может обыграть, по большому счету, любого на этом турнире. Но мне кажется, что в этом случае очень приличные шансы у сборной Уэльса, которая также имеет в своем составе очень серьезных исполнителей. Я, конечно, в первую очередь говорю о Гарете Бейле. К сожалению, мы все понимаем, что не сыграет в этом матче Аарон Рэмзи, а это действительно, наверное, одна из главных звезд этого чемпионата Европы. Если говорить о вкладе, который внесли Бейл и Рэмзи вот в этот успех этого Уэльса, может быть, у Рэмзи пока удельно он даже и повыше. Ну, сегодня, уже завтра, да, придется обходиться без Аарона Рэмзи. Хотя я настаиваю на то, что есть очень недооцененный игрок в составе сборной Уэльса. Это Джо Аллен, который также феноменально проводит этот турнир. Будет изменение в защите, хотя я думаю, что это кардинально не скажется на игре сборной Уэльса. Я думаю, что Уэльс мы увидим плюс-минус тем же, что и в матче против сборной Бельгии. Но, тем не менее, понятно, что скажется. Потеря Рэмзи скажется в первую очередь в конструктиве. Ну и, может быть, как раз это придаст команде чуть большей осторожности. Поэтому я не жду открытой игры. Я думаю, что все-таки мы увидим куда более осторожный футбол, нежели в матче против Бельгии. И я не жду серьезной атакующей активности от сборной Португалии. Это будет осторожный футбол. И я думаю, что наиболее вероятное развитие событий – это ничья. В любом случае, я не думаю, что португальцам удастся все решить в этом матче в основное время. Скорее бы я склонился в этом случае к Уэльсу. И предлагаю вам ставку «Уэльс не проиграет». Таким образом, мы исключаем единственный вариант – вариант того, что португальцы выиграют в основное время. Что касается ничьей, что касается победы Уэльса в основное время, здесь у нас все заходит, коэффициент вполне приличный и ставка, мне кажется, очень приличной. Я не верю в то, что португальцы выиграют этот матч в основное время по тем причинам, которые уже вам изложил. Но оставить это или нет, конечно, решайте только вы. В любом случае, удачного просмотра и удачной игры. Всего доброго.